Украине одобрена концепция развития электронного управления. Как пишет на своей страничке в Facebook первый зам председателя Госагентства по вопросам электронного управления Украины Алексей Выскуп, правительство страны одобрило концепцию до 2020 года. Изменения должны произойти в трех направлениях: модернизация публичных услуг, модернизация публичного управления и развитие электронного управления. До конца этого года планируется введение сервиса Mobile ID, что позволит сделать электронную идентификацию более массовой и популярной среди граждан. Ключевыми задачами остается наполнение единого демографического реестра и выдача ID-карточек с ЭЦП, отмечает Выскуп. Помимо этого, в Украине внедряют эстонскую децентрализованную систему обмена данными X-Road.